Привет! Сейчас мы вместе с вами посмотрим Закатуна, да, новый его мультик «Как мы духов вызывали». Поехали! Возле зеркала со свечкой. Чё, прям так? А, песенка. Мы вызовем бабайку. Ты чё, уже засол? Я не закрыл у дома стайку. Без паники, на месте разберёмся, кто мужчина. Надеюсь, дух не в курсе, что такое. Я знаю, что это. Это пиковая дама. Вызывают кого-то, да? Да, помадой нужно на зеркальце нарисовать дверку и лесенку, чтобы она вышла оттуда. Ну, это прям такое мажорное зеркало. Мы здесь, и будет супер. Пожалуй, откажусь, уже заказываю Uber. Я 1000 раз так делал, как видишь, все живой. А что тогда стоит угрюмо за твоей спиной? Димон. Мне кажется, все такой фигней занимались. Или ты нет? Ладно, большинство. Учитывая, что в нашем детстве не было высокоскоростного интернета, смартфонов и соцсетей, развлечения приходилось находить буквально из ничего. Главным помощником в то время было наше воображение. Палка — это меч, рогатка — огнестрел, а крики означали, что кого-то из нас ранили и пора валить домой. Но помимо обычных детских штучек, были особые сорта развлечения, после которых у нас с друзьями состоялись примерно такие диалоги. Испугались? Обосрался. К ним можно отнести тусовки в различного рода заброшенных домах и заводах, прогулки через кладбище в темное время или прыжки по гаражам, после которых нужно было убегать от их владельцев. А самое страшное — это забыть разморозить курицу, когда мама попросила, а ты вспомнил про это за 5 минут до ее прихода. Ну все, чем разогревать-то? Но как можно еще пощекотать свои нервишки, когда вы с друзьями собрались у одного из вас с ночевкой? О, прям таким аккуратным. Кстати, я всегда, помню, детство мечтала остаться с подружками на ночевку. Это была моя прям мечта детства. Да. Ни разу не оставалась, да. Мне кажется, было интересно. Знаешь, как этих фильмов показывают, когда там взираешь, из подушек строят шалаши, сидят там, что-то хихикают, болтают. Ага, конечно. Там тебя сразу быстрее домой, там 10 часов точно. Нет, то, о чем вы могли подумать, тогда еще не было в моде. Все проще, мы всего лишь навсего вызывали слуг сатаны из глубин ада. Думаю, современные дети тоже этим занимаются. Правда, кого именно вызывают, я без понятия, жду ответ в комментариях. По-любому, кого-то типа сиреноголового или Хагиваги. Да, хотя, зачем их вызывать? Да, блин, помнишь, как это было? В смысле, зачем вызывать? Купить — это не тот, нужно вызвать конкретного. Да, настоящего, живого. Во, я вчера общалась с племянником, он сказал, что он смотрел какое-то видео, ему нравится Амогус. И там есть какое-то новое обновление, 666, и если ты его вызовешь, то тебе, короче, придет Амогус, типа, убьет тебя, что-то Почему такое. Почему знает про игру Кальмара, про все самое хайповое, все знает. Ну, конечно, да. Ну, хоть то есть, не смотрел. Ну да, ну как, наверное, ролики смотрела, и получается, я думаю, тоже что-то подобное может быть. Помнишь, мы смотрели с тобой еще 100 лет назад? Мы смотрели этот ролик Сундука? Как стать феечкой Винкс или где-то там было? Помнишь, что какие-то там рецепты, чтобы под подушку написать? То есть, мне кажется, до сих пор все этим занимаются, просто... Ты выбираешь себе новых героев, которых ты хочешь призвать. Просто у нас были такие, типа, старые, знаешь, какие-то отсталые, там, типа, пиковые дамы, какой-то матерный ежик, какой-то мятный гномик, я что там было. Я этим вообще занимался. Купил игрушку и обделался. Но вернемся к нам. Кого мы только не вызывали. И классическую пиковую даму, и гнома-матершинника, вот, черные мат- руки, гномик. Сладкоежку. Короче, было весело, пока не, один из них не пришел. В ту ночь мы ночевали у моего двоюродного брата. На этот раз без друзей. Были я, мой брат и еще наша младшая сестра. Лет нам было что-то около 8-10, точно не помню. Но 80. Сам случай запомнил хорошо. Наступила ночь. Нам всем постелили в комнате брата и отправили спать. Разумеется, вместо этого мы болтали, рассказывали страшилки и просто занимались всякой фигней. Как вдруг от брата поступает предложение. Слушайте, а давайте духов вызывать. Давай. Ты еще веришь в эту фигню? Они не придут, ведь их невозможно вызвать без жертвы. Может, не надо? Я чуть спать уже хочу. Да не дрейфь, я пошутил, будет весело. Ну, хорошо.
Выбор пал на сладкоежку, как на самого безобидного в теории. Я никогда не слышала. Уже точно не помню всей процедуры вызова, но помню, что нужно натянуть где-то нитку, повесить на середину конфету или что-то сладкое и произнести какие-то слова. Если нитка провиснет, значит он пришел. В общем, мы выполнили все условия, сказали нужные слова и спрятались под одеяло ждать. В глубине души осознавая, что все это просто приколы и ребячество, но старались подыгрывать друг другу, чтобы не портить жуткий вайб этого вечера. Где-то минут 10 мы сидели под одеялом, хихикали и периодически вылазили на разведку с фонариком. Нитка оказалась нетронутой. А потом так бум. Может, закончим? Мне что-то надоело уже. Упало. Пойдем спать. Ну вы и зануды. Ладно, в следующий раз попробуем пиковую даму вызвать. Сейчас такой включает. Так говорят, не цели. Опа. Куда вы смотрите? Провисло. Все, сладкоежка пришел. Все шутки в тот момент сразу стихли. Мы замерли, как вкопанные, не веря в то, что происходит. Надо же конфету не съел. Просто провисло. Откуда я знаю? Да. Первый раз получилось. А он съесть ее должен или что? Да не знаю или я. Или он съест детишек. Может, нас съест. Ну? Да, все. Подобная авантюра сработала у нас впервые. И я не утверждаю, что это был дух сладкоежки. Скорее всего, Митка просто растянулась от веса конфеты. Но наше воображение было уже не остановить. Придя в себя, мы начали медленно двигаться в сторону двери. Это же все просто прикол, да, верно? Да, конечно, не бойся, сладкоежек не бывает. А почему тогда мы крадемся? Опа, все. А я сладкоежка стопудово. Да, все, да, все, все, все. Да, в итоге мы все-таки разбудили родителей своими криками. К нам подбежали и стали расспрашивать, что случилось. Говорить мы не стали, мол, просто играли. Но, честно говоря, потом я об этом пожалел, так как нас за непослушание расселили по разным комнатам. И угадайте, какая досталась мне? Со сладкоежкой, правильно, естественно. Так, где теперь тусуется сладкоежка. Я еще минут 20 сидел на кровати и не отрываясь смотрел на конфету. Да ладно, он же безобидный, даже моргать, наверное. И вроде бы я понимал, что это все, ну типа просто легенды, страшилки, пугалки и так далее. Но на всякий случай, в ту ночь свет в спальне я решил не выключать. Иди сюда, мой сладенький. А мы, короче, вот вызывали только в лагерь. Вот когда вот ездила несколько раз в санаторий или в лагерь там с классом, когда совсем малая была, там, да, кто-то предлагал, типа, вызвать вот пиковую даму, ну, там, знаешь, нужно было зеркало искать, помаду. Потом еще и какой-то что? Был получалось, тоже... Получалось. А, матерный гномик вроде, нужно было тоже натянуть веревочку, какие-то слова сказать. И, короче, гномик будет идти, споткнется об веревочку, упадет и будет материться. Получалось? Нет, не получилось. Ни разу, ни разу не получилось. Мы немножко пробовали, но никто к нам не пришел. Кстати, мне кажется... А ты верила, что получится? Я нет, ну просто по фану как-то, я не помню. Мне кажется, нет, как-то никогда не верила. Но мне кажется, есть, знаешь, по поводу матерного гномика, возможно, его можно как-то вызвать. Потому что, в принципе, если ты натягиваешь веревочку, есть шанс, что какой-нибудь пьяный батя то придет ночью, споткнется, упадет и будет страшно материться. Возможно, от этого матерный гномик и пошел. А в случае с закатуном, если бы я так натянул веревку с конфеткой, я бы, наверное, даже не подумал, что там какой-то... Сладкоежка пришел. Я просто подумал бы, наверное, что конфетка потянулась. Нет, нет. Тебе 80 лет, ты, конечно, там придумаешь. 80 лет? 80 лет. Ты он говорил, что на штору смотрел или думал, что в шкафу кто-то сидит? Там, нет, знаешь, там такие страшные тени. Ну, такое. А тут ты знаешь, у тебя есть условия, что типа если конфета провиснет, сладкоежка пришел. Нет, конфета ну, провисла. Просто... Значит, сладкоежка пришел. Что я плохо просто привязал. Не подумал, ты подумал, я что сладкоежка подумал. Пришел бы, нет, сидел бы, обсирался подумал. Бы я там. Бы подумал. Да, конечно. В общем, такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.